Это одна из самых актуальных тем для жителей домов по улице Железнодорожная села Манихина. С этой проблемой они живут уже не первый год. Вера Горелова рассказала нам о сложностях, с которыми людям приходится сталкиваться. Без газа сидим уже, наверное, лет 10. И готовим, то есть на электричестве. И воды горячей в квартирах нет у нас, водонагреватели. То есть это как ее электричество у нас находится в таком положении, что накручивается за по 400, по 500 киловатт за месяц. И платим-то. Вот уже 10 лет, как люди лишились газа. Такие условия доставляют жильцам много проблем. Ведь нередко случается так, что электричество отключают, и тогда даже поесть приготовить невозможно. Бывает так, у нас да, сама энергетики отключают это самое, свет, железнодорожники. Вот, у них там окна, бывают движения. И мы остаемся вообще без света и без газа. Вот. Малыши у нас здесь есть, очень много детишек. Угу. Без обеда сидят. Когда старые емкости для газа пришли в негодность и встал вопрос менять их на новые или проводить в квартиры природный газ, жители однозначно высказались за второй вариант. Администрация сельского поселения Ивановская поддержала это решение и начала работать в этом направлении. Мы, конечно, учитывая и мнение жителей, и предложение, так как они согласились переждать вот это время, попользоваться электрическими плитами, мы решили, конечно, вести газопровод конкретно к каждой квартире. Начало положено, а значит, лед тронулся. Сейчас начаты работы по разработке проектной документации на строительство газопровода. От него в дальнейшем и будут проводить газ в квартиры. Сейчас, да, начальный этап, то есть разработка документации, получение технических условий на подключение. Работа рутинная, ну, мы ее выполняем. Работа эта долгосрочная, но уже в конце 2017 года людям обещают вернуть газ. И его наличие в квартирах перестанет быть для людей чем-то нереальным, а станет, наконец-то, всеобщим достоянием. И в этом году, я думаю, основную вот такую вот часть мы выполним. И, конечно, хотелось бы надеяться, что в следующем году, в 2017 году, все-таки жители уже будут пользоваться газовыми плитами. Фарида Кочеткова, Михаил Маралов, Истранет ТВ.